Итак, здравствуйте, с вами Black325. Это самый лучший обзор в Ютубе на русском про Бакуган. Это Dragonoid Destroyer. Как вы видите, все является очень крутым. Синяя карта, Aqua Sky Raider, Fusion Commanding Dragonoid, Battlesuit Dragonoid Destroyer, коробочка, инструкция, и все это в одном только обзоре. Ну что же, времени сегодня у нас навалом. Давайте посмотрим сначала коробку. Что же, коробка довольно-таки интересная. Вот такая раскрашенная, как бы металлическая, красный такой темный цвет. Тут нарисован знак второй арки. Dragonoid Destroyer. Тут был Dragonoid Destroyer. Тут показано, как он крутится, все такое. Dragonoid Destroyer. Два эксклюзивных Бакугана. Один Бакуган Raider плюс командник с Dragonoid, который Fusion Dragonoid. Сзади. Ой, не Fusion Dragonoid, а Fusion Бакуган. Тут он стреляет. Вот тут командник с Dragonoid располагается. Тут аэроган. Такой вот все. Вот сам. Вот тоже тут. Сзади тут вот такая вот. В общем, вот такая вот коробочка. Ну, а теперь давайте посмотрим карточку и инструкцию. Что же, карточка синяя. Как Battlesuit и Skyraider. Здесь изображен Dragonoid Destroyer. Вот тут написано Dragonoid Destroyer. Карточка называется два раза Dragonoid Destroyer. The first time you activate Dragonoid Destroyer, either place Aerogun on any gate card without a Bakugan on its race, your Dragonoid Destroyer G-Power by 100 for this battle. Ничего я не понял, как перевести. Потому что только вот на английском сказала Aerogun, Dragonoid Destroyer, ну вообще как-то непонятно. Потому что Dragonoid Destroyer, он как бы Battlesuit, то есть туда можно любого Бакугана кинуть. Это как Battlesuit, и называется он Dragonoid Destroyer. Но он называется Mectagon Destroyer Suit. А если туда кинуть Fusion Dragonoid, то будет Dragonoid Destroyer. Так, теперь посмотрим инструкцию. Вот она. Dragonoid Destroyer, активация. Сейчас открою. Ну что же, начнем смотреть. Так, для начала нам нужно вставить вот такие штуки. Потом его развернуть на 360 градусов два раза. Так вот. Потом эту опустить. Закрыть. Вот, чтобы так он выглядел. Вот, как сейчас. То, вот видите? Такое все. Тут стреляет. Командир Дрэга надо. Ну, и тут заключение. Просто пушки вот такие. Ну, вот. Сама выглядит. Что же, вот он сам. Вот ноги. Я уже все так поставил. Теперь посмотрим Бакугана. Что же, сейчас я возьму карточку какую-нибудь, любую одну, потому что там карта ворот не располагалась, я ее все равно не буду показывать. Возьмем третий сезон. Ага. Вот у нас карточка есть теперь. И будем обозревать Бакугана. Так, начнем. Давайте начнем все-таки со Skyraider Aerogun, Aquas Aerogun, вот такой вот. Ну что же, вот он, Aquas Aerogun, вот так выглядит. Ему нужно вот так это открыть. Вот, он будет очень классно. Вот такой вот Aquas Aerogun, ноги. И у него, сейчас посмотрим, сколько... 850G. Ну, нормальная G. Aquas. Все отличненько.
Вот он. Мне он нравится. Закрывать мы его научимся после того, как посмотрим фьюжн Драгоноида. То есть Commandix Драгоноида, но это фьюжн Бакугаль, и он выглядит наподобие фьюжн Драгоноида. Да, вот он. Он не прыгает, это потому что фьюжн Бакуган, потому что во второй арке Бакуганы делятся на фьюжн и Скайрейдеров. Вот так вот. Он очень напоминает нам Fusion Dragonite, но это и есть Fusion Dragonite, как бы. Но его переназвали и сделали Fusion Бакуганом, чтобы он не прыгал на Dragonite Destroyer, а то он будет прыгать и не попадает. А Fusion нормальный, так что Kinetic Dragonite к вашим услугам. И у него 950G. Сейчас разверну. Вот. 950G. Очень красивый цвет. Ну что же, теперь давайте их научимся закрывать. Чтобы их закрыть, нам нужно вот так опустить голову. Вот этого. Потом вот так вот. И второй также. И ноги. Все отлично. И с Commandix Dragonite тоже так же. Ну не так же. Вот рога. Потом его вот так отпустить. Голову, крылья и ноги. Все отлично. Ну что же, теперь приступим к Dragonite Destroyer. Ну что же, давайте начнем его сначала смотреть его активацию. Сейчас я поставлю аэрогана, чтобы он прыгнул. Все готово к тому, чтобы посмотреть великую трансформацию Dragon Destroyer. Надеюсь, он не упадет. Ну что же. Поехали. Во, вы видели? Он оторвался. И вот такой вот был офигенный. Кстати, раскрытие у него. Да, вот так вот он выглядит. Очень большой. 200G. Тут немного стерлось. Я нечаянно отклеил там одну штуку. Ой, ладно. Ну, там 200G. Вы можете посмотреть. Вики, этот улетел. Ладно. Теперь уберем его. И научимся его правильно закрывать. А потом заново посмотрим раскрыть. Что же, чтобы правильно его закрыть, нам нужно совсем мало. Нам нужно его покрутить. Вот так вот. Так, покрутить. Раз. Два. Три. Ну, можно три, можно два. Ну, как вы хотите. Потом нам нужно закрыть вот эти вот части. Так, плотненько. Сжать их. Вот, видите? Потом закрыть руки. С одной рукой тяжело это делать. Сейчас, подождите. Вот так вот. Вот. Потом, вы видите, надо закрыть руки, ноги. Вот, ноги мы закрыли. Вот. Ноги их просто надо отпустить и все вот это держать. Руки вот так вот держать. Ну, вот так вот. Теперь вы поняли, как открывается и закрывается Dragonite Destroyer. На самом деле классный Бакуган, мне он очень нравится. Можно еще вот так, но у меня еще никогда не получалось его так открыть. Он падает. Может, он может туда? Нет. Это слишком тяжело. Ну что же, он уже хочет открыться. Не будем ему мешать. Посмотрим это зрелище еще раз, только без аэрогана. Он с аэроганом немного падает. Удачи. Вот, немного остановила его коробка, ну ладно. Вот так он выглядит. Еще он может стрелять. Вот, смотрите вот на эти штуки. Вот, они упали туда. Сейчас я их достану. И покажу вам, что
что это такое. Ну, на самом деле, это такая классная вещь. Вот, видите, вот это как бы стрелы его, оружие. Но это еще не то, чтобы оружие. Но это классно. Это на самом деле очень классно. Это он меня как ужасно радует, этот дестройер. Все это просто кайф. Чтобы их ставить, их не надо вот так вставлять. Видите, вот так вот. Да, если вы вдруг купите. Вот так вот. И еще раз. Вот. Сюда вставляется рога. Как бы вот так вот. Вот. Вот все вот так вот выглядит. Пайрос значок. 200G, которые немного потерлись. Видите, все треугольные шурупы. Это не подделка. Так что вот такая вот офигенный Бакуган, который мне очень нравится. Сейчас я его поставлю. Вот такой вот он. Ну что же, теперь в раскрытой форме посмотрим на это все дело, как это должно быть. Сейчас я поставлю. Так, немного вот так вот. С этой стороны должен ураган быть. Которого что-то не притягивает. А вот все. Вот. Вот он. В открытой форме Dragon Destroyer. Надо еще вот так вот. 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 Теперь все правильно. Вот. Великий Dragon Destroyer. Ну что же. Мы посмотрели этот великий обзор. И теперь сейчас будут вопросы. Ну что же, я положил камеру. Сейчас будут наши с вами любимый интерактив. Вопросы и ответы. Первый вопрос нам прислал Данил 01М. Ты планируешь купить Мектаган Дестройера? Ну как я планирую? Вот уже первый Мектаган Дестройер. Потом второй Мехтевиус Дестройер, когда он появится в русских интернет-магазинах. И третий Резонный Дестройер, который мир еще не знает, как он будет выглядеть и кто это такой. Вот так вот. Следующий вопрос нам прислал Бакуил. Следующий вопрос нам прислал Бакуил. Чем ты будешь увлекаться, когда перестанешь увлекаться бакуганами? Очень интересный вопрос. Конечно же, ну что же, я на него отвечу, ну как. Ну, перестану увлекаться я бакуганами, наверное, где-то в 14 лет. Тогда я займусь, ну, не знаю, чем. Пока вот вообще он. Интересный вопрос, заставлю себя задуматься. Ну, чем можно увлекаться? Даже понятия не имею, чем можно увлекаться. Ну, не знаю. Ну, вообще не знаю. Но ты хороший вопрос задал, надо подумать. И последний вопрос спрашивает Бакуган 893, который уже третий раз нас спрашивает. Ну что же, он спрашивает, ты собираешься участвовать во всероссийском турнире Бакуган Бакукон, где после него будет завоз третьего сезона и будет объявлен самый сильный игрок? Ну, я не знаю. Стоп, что я не знаю. Он начнется и 30 октября. И тогда я на него поеду. И шансов выйти у меня в финал моего города, да, есть. Потому что я сейчас на 14 или 13 месте в общем рейтинге. Где-то так. И у меня есть все шансы, потому что там выйдут только
16 человек. Те, кто проходит в 1/2 финала, они проходят вообще дальше. Вот. Ну, вообще, вот, выигрывают, как, ну, как бы в финал проходят. И у меня вот есть шанс. Но дальше у меня нет шанса, потому что только четверо пройдут во всероссийский финал. Ну, это точно не я, потому что там есть Гейба, Максим, Никулин, Федя. Ну, вот кто-то из них выиграет. Но это уже не Гейба, Максим, потому что он стал проигрывать, но он решил, ну, так вот, вот так вот хочет стать. Ну что же, и сегодня у нас будет один победитель. И кто же это? Им становится Баку Ил со своим очень классным вопросом. Его видео я добавляю в избранное, а видео Бакуган 893 мистер Веревкина я уже удалил. Да. И добавил твое. Ну что же, теперь следующий обзор будет... Не знаю про что, про коллекцию Бакуган, вот про нее будет. И в скором времени я куплю Мобил Азолт, потом куплю Бакунана, ну, эти Бакунана, и еще одного Скайрейдера, чтобы сделать обзор на... да, забыл на кого, ну, как он вместе называется. Из трех Скайтера, Сорбиум и Джакар. Что же, с вами был Блэкс325, подписывайтесь под видео. В комментах не забываем писать, ставим лайки мне, победителям интерактива, подписываемся на победителя интерактива. С вами был Blacks325, Dragonoid Destroyer, и до скорых встреч!